Здравствуйте! Это English Office, и это рубрика «Разговорный английский» или «Хочу говорить по-английски». Сегодня мы рассмотрим 5 выражений и составим предложение. Наши выражения. To ask for directions. Спросить дорогу. To look around. Смотреть по сторонам. To ask every person. Спрашивать всех. To be in a hurry. Торопиться. To be lost. Потеряться. To ask for directions. Спросить дорогу. Я спрашиваю дорогу. I ask for directions. Я спросила дорогу. I asked for directions. Я спрошу дорогу. I will ask for directions. To look around. Смотреть по сторонам. Я смотрю по сторонам. I look around. Я посмотрела по сторонам. I looked around. Я посмотрю по сторонам. I will look around. To ask every person. Спрашивать всех. Я спрашиваю каждого человека. I ask every person. Я спросила каждого. I asked every person. Я спрошу каждого. I will ask every person. To be in a hurry. Торопиться. Я тороплюсь каждый день. I am in a hurry every day. Я торопилась вчера. I was in a hurry yesterday. Я буду торопиться завтра. I will be in a hurry tomorrow. To be lost. Потеряться. Я потерялась. I am lost. Я потерялась вчера. I was lost yesterday. Я потеряюсь завтра. I will be lost tomorrow. Если вам понравилось мое видео, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Thank you.